Все? Да? Лукойн Владимир, Нетимин, Снегирёва. Владимир, здравствуйте. А что можете сказать по игре? Вы выиграли со счетом 2-1. А почему не удалось сделать более большой отрыв? Более большой отрыв, все-таки соперник глубоко оборонялся и очень плотно играл. Поэтому в каких-то моментах нам просто не хватало везения, наверное, чтобы мяч залетал в ворота. А так мы делали все хорошо. Я доволен, в принципе, результатом и нашей игрой. Какие цели у вас на этот сезон? На этот сезон цели быть в тройке. Знаете ли соперников уже, может быть, с кем-то играли ранее, в прошлом сезоне? Да, естественно, ВНТелеком, Мотор и еще одна команда. Собственно говоря, по прошлому сезону встречались. Но прошлый сезон не показатель, поэтому мы были не в оптимальном составе, поэтому я бы не стал ориентироваться на результаты прошлого сезона. Ну вот, а зная соперников, допустим, да, можно ли предположить, допустим, уже какие-то сделать ставки на сезон? Я в прошлом сезоне уже предположил и прогадал, поэтому сейчас буду более аккуратным, скажу, что мы будем бороться за место в тройке. Спасибо большое, успехов.